Пылом бахнули. А что там рано? А чё наши? А, так а наши на кладбище все, смотри, прикинь. Никто не воюет, ё-моё. Нет, а нахуя? Идем тоже встанем здесь, пусть нахуй не сухо. Не, в позорную команду не пойду. И что, блядь, они, ну, чё они, нахрена им это репутация тогда, что они, ну. О, видал, появились, побежали. По-английски, что не гей. О, побежали в защиту, видишь, как, чик-чик. Ночной эльф 20-го побежал в защиту. Друид в туннеле прячется, это хил. Надо его порешать. Да ёбаный в рот, мышка заебала пропадать на. Шамана, хлопцы, шамана теперь. Отлично. Сукуба наша? Сукуба наша. Отлично. Сейчас мы тут их на. Что, прошу, прошу. Меня добьют, на. Я вообще без КП нахуй, смотри. Все, мы просто не дадим взять. Пошли, пошли, пошли за флагом уже. Хуй с ним, уже так тоже это. У нас вообще хилов нет, я так понимаю. О, несу флаг, может пронесет. Это наш. Пошли, 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 надо что-то делать, потому что, ну, так вообще. Так, жреца, жреца. Жреца сначала. Видишь, начало жреца. Все, жрец готов, друиды теперь, хило. И кота убегает, блядь, сука, убегает. Ёб твою мать, тут этих котов нахуй. Еще один жрец. Ебать, блядь. Ну, два жреца сны, в первую очередь. Их много, да, друидов, шаманов, нахуй. То одни хилят, вторые хилят. Так они хилят, понимаешь? У нас наши даже не хилят. А у нас он, пока я не сожрал, нахуй, меня и ХП хуй восстановили. Именно, блядь. У нас очень редко хилят народ. Ну ничего, да ладно, блядь. Нет, я не говорю, что вообще не хилят, да, бывает так. Деф, походу, заходит. Ах ты нахуй деф, там в дефе 4 человека. Надо пытаться флаг брать. Нам только надо вместе идти, толпой, блядь. А мы не можем. Мы не можем даже выйти, блядь. Они все идут и идут, идут и идут. Yes. Блядь, два хила, друид, блядь. Пиздец. Просто пиздец, как-то надо. О, заходят. Yeah.
это так двух друидов заковырял, непонятно. Блять, зал нахуй с флагом в туннель, блять. С флагом в туннель? Да. Отлично, бегите, бегите за ним, я его приму здесь. Да ёб твою мать, он тут еще жрецы у него тут, ёбаный бро. Жрецов убивай сначала, ёб твою мать, кто-нибудь хотя бы, ну, типа, отвлеките, чтобы они хотя бы не лечили его. Сейчас сверять еще начну. Просто их долбите, чтобы они съебали нахуй. Отлично, молодцы! Теперь убить этих конченых жрецов, бля. Еще идет катка идет. Не, заходите внутрь. Нахуя, блядь. Хотя ладно, давайте в наступление, блядь, пацаны. Лечимся. Уже надо потихоньку как-то, ну, у них флаг забрать хоть один. Хуля тут. Потому что когда мы у них спиздим флаг и притащим его себе на базу, останется там дело их флаг, наш флаг забрать у них на базе. Ну как-то так может прокатить. Ну пошли он всей толпой и возьмем флаг. Ну вот, идем. Только вот сейчас не надо драться, надо за флагом идти. Просто старайся бой вообще избегать. Потому что они тут появляться сейчас будут. Видишь, они не хотят, блядь. Они не хотят, блядь, на нас, ну, за нашим флагом бежать нам на базу. Внимают, блядь. Он волк бежит. Давайте идите, бегите, я тут кого-нибудь, да. Поднимайтесь наверх. Знаете, что делать. А я попробую. Ты не пробуй, отходи. Забирайте флаг, молодцы. Мы пока отвлекаем на себя сколько можем. Блять, Сергей нету. Все, меня успокоили. Отлично, блин. Надеюсь, через туннель. Чувак хоть через туннель побежал. О, ну конечно. У нас же, блядь, в защите три чувака. У нас на базе стоит три чувака. А, ну двигаются. Пытаются отобрать. В тоннель пошло тело. Кто-то пришел, да, я плохо слышу. Или что это? Ты фер. Чего? В смысле, кто куда пришел? А, в дискорд, не, я не слышал ничего. Во! Пацаны, ёбаный во. Кто флаг видит? Покажите на карте, где он? Блять, ёбаная текстура, нахуй. Ну, флаг, давай. О, отлично. Так, ну, потиху пока вместе, продавливаем. Ну, видишь, блять, иногда срабатывает маячок над башкой. Все. Хилов.
ты его контролишь, он уже в ахуе. Ё-ё-ё, дядька с щитом, грозный кот. Ну, нормально, проходим, проходим. Так давайте проходите там вперед. Не дерись ты с ними сзади, нахуй дерешь, чтобы иди дальше. Они тут повоскрешаются, нет смысла с ними драться тут вообще, без надобности. Кого-то там порой и отдать надо. Пускай задерживают. Скорость тут. А, я люблю, у меня мало хп. Тем более, когда не задержишь, уже вот сейчас пока есть возможность похили их, бля. Пастух? Блять, разбойник флаги таскает. Пиздец. Похуй, похуй, тащи, тащи его кругами, нахуй. Мне его отдать надо. Его лучше тебе отдать. Только ты хуй знает где. Я за тобой не успеваю, нахуй, уже. А, ну да, у меня же сразу скоро забыл. Я даже не знаю, как его отдавать, там. На дебафе тыркаешь, он сваливается. Ну, на бафе. Ты любой баф ты можешь отменить, тыркнув на нем. А, бафы? Да. Тотемы эти ебаные, блядь. Чё, блядь, флаг нахуй? Заберите флаг нахуй, ёп, ну я ж не просто так его с тобой выкидываю нахуй. Я ж не могу нихуя это, блядь, в стелс уходить с ним. То есть, соответственно, не могу драться нормально. Поэтому разбойники и не носят. Что, блядь, нихуя сделать с ним не можем. Всё, надо постараться на базу. Фрок, блин, заморозка, блин, нахуй, ёпа. Ветер. Блин, у меня яды кончились нахуй, надо яды переодевать. Давай, давай наверх куда-нибудь, сейчас я покажу место. Короче, поднимайся на самый верх, но не... Короче, давай, 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 давай. Так, сейчас надо долго еще след. Смотри, сюда иди. Смотри, иди сюда, иди сюда. Спиной. Вот так вот стань, чтобы флаг спрятался. Там иду. Блять, я хоть яды одену. И что, когда вы убьете, мне надо бежать туда, на место нашего его? Да, да. Да. На наш класс, точно, на место. Ну, иди, смотри, опять же, если тебя поймают, или просто даже заметят, ты это, ну, как обычно, все, заморозка и съебывай. Ну, съебывай не тут, ну, в другое место куда-нибудь. Потому что они, если даже отобьешь, они потом обратно в это место придут. Я тогда так и не нашел, где спрятался Владимир. Блять, тут три разбойника. Ихил. Блять,
Блядь, тут наверх. Все, уходи, уходи. Уходи сверху, уходи, уходи быстренько. И беги к кладбищу. Там будет волк бежать. Что имею в виду, заранее его заморозь, но все догонять будет. Они что-то мимо, блядь, пробежали все. А, ну все хорошо. Просто они, если через таб ищут, таб, они поймут, что кто-то рядом. Ну, может, они дурные, через таз, ну, не нажимают таб. Да их тут, блядь, 6 человек, нахуй. Заебись. Надо это... идти пиздить у них там. Да, 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 да. Все верно. Ну их-то тут тоже надо пиздить на базе. А, ну пацаны пиздят на базе. А, во, я вижу наш флаг. Он только заходит. Как так, блядь? Блядь, ёбаный медведь, нахуй. Ну, себе толковый друид, он... Хуй я его завалю. Ну, бежит, блядь. Здесь меня убили, нахуй, два разбойника, ебан. Блять, заебали нахуй, никого нету нахуй. Я опять, блядь, против вторых пищусь, медведь еле живу. Где нахуй наша великая, могучая, блять, вот это вот то, что в мультиках, в этих трейлерах показывают, этих гордых, сильной воли, молчаливых воинов. Которые строем идут и, блядь, несгибаемые. Ёб твою мать! Блять, всех на кладбище отправили, да? Почти.
Ну. Вроде. Слышь, а боты, боты могут быть нахуй на БГ? Нет. Тут их не бывает. Он что-то прибежал, встал и стоит, хуя не делает. Ну, может, выкинуло его. Я его. Такая, где вся, блядь, весь альянс этот ебучий на? Бегут флаг, пытаться вернуть. Ну, судя по карте. Ну, ну, давай, давай, родимый. Ну, конечно. Внутри еще, блядь, четверо. Ну, сейчас еще наш заберут флаг. Ну, Костя, за мной бегут еще там двое. Молодцы. Все. 2-2. Не может такого быть. Беремся как можем, блядь. Мана, блядь. Костя, Вадим, 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 не отбегает флага сильно далеко. Может, ты что, блядь, заморозить можешь? Просто один чувак остался, как-нибудь справятся. Сами, блядь, без нас. Так, ну что? Давайте в защите побудем, может. Потому что кто-то там сейчас ворует. Хантер, разбойник и варлок там тусят. О, бля, Вадим, на тебя кинули эту, походу. Да? Или это ты сам что-то кинул? А, во, на тебя жрец кинул, бля. И иммунитет к страху на 10 минут. Все, Вадимушка, в бой, бля. Ты ничего не боишься, бля. Снизу двое там есть. О, стой, я первый, пока не режиме боя, я одного сапну. Подходите, ну, подойдите ближе. Ну, один снова уколдит. Все, один сапнут. Второго не. Второй разбойник, походу. Зрение врубай. Ищите его. Ладно, походу не разбойник.
флага, как бы флаг бросили совсем. Ну так вот толпа тоже идет, то есть почему рога первая вообще? Чтобы бах кого-то там в толпе. Сапнул, блядь. Потом начинает того же хила ебашить. Потом в него влетаю я, воин. Да, вам встреча начинается. Чтобы, во-первых, режима боя, чтобы не было. У тебя тоже, чтобы не все в бою были. Что же нельзя там это? Ну, это так, как-то так оно примерно делается. Вот. Потом, когда вся эта заваруха начинается, блядь, туда влетает Вадик, блядь, всех замораживает. Мы разбегаемся. Или там добиваем кого нужно. Замораживает, замедляет, блядь. Ну, короче, вообще Вадим может и так просто пиздячку давать как поддержка. То есть нам главное никому к нему... Вот, здесь, здесь. И нам главное никого к нему не подпускать. Потому что он сам там раздаст, блядь, мама не говорит. Ну, правильно, видишь, как... Вот это второй, походу, был. Я действительно сейчас выиграю. Не говори таких слов, залазишь, бля. Ты на второй балкон поднимись. Тебе ж хорошо, да будешь стоять, хуярить, тебя не тронет, пока туда наверх не заберутся. Да, там классный сучок, пойду, может, помогу. Не надо, блянь. Донесут как-нибудь. Там кладбище, три человека помогает. Тут сейчас, блядь. В один далеко. Понимаешь? Один друид или один маг. Я не смогу их задержать. Они убегут просто. То есть если там вдруг там у них там чего-нибудь на КД, блядь, или они ошибку сделают, только тогда я их завалю. У меня даже просто банально яд не сработает, все, без шансов. Ну что, так, надо помогать. Давай, 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 помогай. Раз уже. А когда мы пришли на БГ, что было? Приходим, все стоят на кладбище, блядь. Да? Главное, не духами, да, просто стоят и сливают игру. Хуяк поворачиваются, смотрят такие. О! Батьки пришли! И на дев, блядь. Вот эти значки, галочки, вот эти, я говорю, они, ну, магические действия, блин, людей оказывают. Особенно очень хорошо подходит тому, кто вперед бежит. Если ты вот ломишься вперед, и там на захват, и тому подобное, очень хорошо, блин, чтобы за тобой, ну, люди бегали. Валик, мне надо щит зачаровать. Это надо, блядь. Бежать до банка, нахуй. А у тебя там этих нету, блядь? Кожаных этих, заплаток-то. Похуй каких. Ответ. Меня? Не. Шкуры, блядь, режем тоннами, блядь, за две заплатки, блядь. Ёпта. Увидите его у меня, кувырки. Будем задерживать, что-то слева, Лёха. Да, как обычно, хилов поубивать. Что сможем, то сделаем, а кто там флаги таскает?
Вон, бегут нахуй это. Гвардия обшивая, блядь, лохатка. Ну стой, стая собак была вообще ржачно, да, так вы кучей бегут. Угу. Бой будет, понятно. А чё, мы их тормознули, конечно, они посмотрели, типа, нахуй. Надо еще пацана вызвать. Вшивый блохастый волк убегает. Чтобы нас больше было. Ну давайте кто-нибудь вернитесь, хотя бы один, на деф. Потому сейчас там стелс какой-нибудь рога или кот придет. Наши вроде ожили. Зашли по центральному. Да, бегут, блядь, за мной, за лупу, ёб. Давай. Сейчас буду встречать, в тоннеле буду сапать одного. Кота бьем. Кота бей. Все, следующий. Тотему я срежу. Я срежу тотему, убивайте. Давай, нормально. Блять. Да, неожиданно два воина было, да? Блять, хилы прибежали. Ух. Ну, тут вся толпа. Теперь встречаем их внизу на... Внизу? В туннель пошли? Ты в наших туннелях толпа зашла. Вот на мне они на. Ёбаный вот, блядь. Медведь готов. Тотемы, блядь. Тотемы срезали. Хоп, 2 секунды до реза. Отлично, успели, красиво. Блядь, шаман. Шаман воин. Нет, ты вандом в них стреляй. Хуя так не подходишь, чтобы они тебя, бля, замедлили. Так. Куда флаг-то делся, я не понял. Унесли флаг наш, бля. Ну понятно, ладно. Мы у них, они у нас. Давайте сейчас не драться. Обходим, идем за их флагом, тупо обходим всякие драки. Разбойник 23-й. Ну, бля, ничего не будет. На 60-х будут только все 60-е. Ну, там будет под опохой. Там будет в шмотке такая разбежка, что, бля, одни будут выглядеть как 30-е, а другие как 60-е. Да-да. Я на катаклизме пока не одел мага, нахуй, пока он не стал 140 хп, нахуй, тысяч. 140 тысяч хп, представляешь, у меня на магом было, нахуй. Хотя воин мне стегивал 120 крита тысяч.
Да тут то же самое, тут то же самое, вам сейчас тяжело, потому что... Ну здесь просто уменьшенная эта копия, нахуй. Не, понятно. Я в смысле то, что сейчас, в данный момент. То есть вы не одеты, у вас мало хп, вам поэтому тяжело. Вы вот приоденете за недельку, бля. Ну, все зависит, конечно, от того, как бабло будет фармиться и так далее. Но... Суть в этом. Дурная была идея. Зря я, конечно, это сделал, вообще бессмысленно, блядь. О, ну его еще урога, может, добьет. Надо было подождать кого-нибудь еще. Надо, походу, вместе прожимать, потому что народ так не продавит, бля. Три разбойника, они идут воровать. И не вместе. Надо чисто продавливать и помогать толпе, похоже. Блять, я не увидел сап, ёбаный в рот. Кинь воина. Блять, чё ты, кого ты бьёшь там нахуй, ёбаный в рот, блядь. Тут два хила, блядь, стоит, ты воина пиздишь, блядь. Кто это нахуй там такой, а? Где вы там деретесь, я не понимаю, тут на поле, блядь, стоят. Хил был. Какой мне, бля. Или не дурачок, я не знаю, бля. Я конечно сам вообще спорол. Рога, блядь, засапал. А я, блядь, не заметил сразу, сбил сап ему. Ледяной не достает, ёбан. Да, ее качать надо, бля, чтобы она далеко там стреляла, бля. Пулька эта одиночная.
Ну, может, даже левела не хватает до этого. Белые. На втором этаже, наверху они все. Нет, вот внизу, где на, выход на балкон. На карте покажите. Всем, чтобы все увидели. Где я сдох, вся толпа, ебать, флаг наш. Где этот ёбаный флаг-то теперь? И сегодня, по-моему, все дерутся, а флаг где? Его внизу флаг? Блядь. Я далеко был, я не понял, где он. Я на карте не увидел нихуя. Так где он? Внизу или где? Нет, я поднимался, нет. Как заебали, да, ходить. Втором этаже он, блядь, крыш нет. Да-да, я долблю, долблю, долблю. Заебал меня этот флаг, ну чё вы сами где, блядь? Ну, блядь. Ну, тут, я сразу, я уже на улицу выбежал, блядь. Теперь назад надо возвращаться. Да показывай на карте все время, бля, ёпарасы ты. Вообще без перерыва показывай, если ты хочешь, чтобы кто-то пришел. Понял это. Мы снова флаг взяли. Они. Ну, блядь. О, флага, труп ползает, блядь. Ой, блядь, яды, яды, ну. Жаль, все такое сниму.
Вот, блядь, вот пиздец, вот у мага, вот как вот, блядь? Никак. Ты никак, вот, да, ты никак не убьешь мага, все. У него сколько, вот какой все. Откат у него скиллов? Нет вот у него отката скиллов. У меня постоянно все в откате было. Я не мог нихуя сделать вот так. Все ты мог, как просто кажется. Кажется, что время, блядь, слишком быстро летит. Ничего ты магу не сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. Ты для него вообще мясо на этих уровнях. Пиздец, а наш флаг как-то отобрали. Ёбаный насос. Блять, не на того, блять, не на того, нахуй, ёба. А, все на того я сбил, дурачок, блин. К бою! Чё он флаг не бьёт? Бля, толку-то мажу вообще, кто даже. Так все может. 20 уровень нормально. Если можешь, значит так же. Может он включил скилл какой-то на уворот или еще на что. Сначала наш флаг. Сначала наш флаг довести. Потом все остальное. Что не можем рисковать. Ah!
Все, флаг довели, теперь можно идти с очередной попыткой. Ну круто, да? Такие туда-сюда. Им тоже нелегко. Но мы сейчас без хила пойдем. Он всех хилил, пиздец. Маленький такой друид этот. Ну да. Да, дворф. Жрец. Еще и антистрах кидал. Раз подумал. Ну как это подумал? Ну я понял. Да он всех хилил. И убегать. Мы его убили. А тот, походу, то ли раненый, он, наверное, может быть, вообще разбился, упал. Ага, ну конечно, в защите никого. Наш флаг уже у нашего подъезда. То есть их флаг, ну, краденый какой-то. А, ну, да. Не, ну как, блядь. Их, ну, их флаг, да. Бля, его приняли там толпой, ёбаный в рот. Тыркайте на карте постоянно, подсказывайте, блядь, народу, куда бежать. Они ж не телепаты. Про хилов. Присты просто в сторонке стоят и лечат, блядь. В наглую надо вообще, блядь. Ты просто его пиздишь, он уже. Уже не такой, блядь, сука, хотя бы активный. Двух хилов уже убили. Шаман, шаман такой же. Шаман, если с палкой, не с щитом, а с палкой, посохом бегает, это тоже хил, значит. А тут их два, блядь, два с палками, да ебануться. Двух шиглов убили, шамана убили, блядь. Давайте, 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 чуть-чуть.
Ну, еще одного шамана загасили. Друид, блядь. Друид с посохом. Ну, с посохом тоже такая же хуйня. Если друид с дубиной, то это, скорее всего, кот. Или медведь. Ну, двуручная дубина там какая-нибудь. Ну, вообще, звери, они, как правило, в зверях. Пиздец вот этот, он заебал. У него маны, блядь. О, видишь, как, блядь, бег бежит Вандам, он стреляет. Молодец, блядь, да? Видите, куда я показываю? Спасаем флаг, блядь. Кто-нибудь, кто рядом, на в деф убегите, блядь, только сказал. Шиту нахуй. 2-2 сделаем, тоже хорошо. Клёвая игра, да? Сейчас вторая игра такая, 2-0 была. Так, все, я в защиту. А что у меня на «В»? Ладно, блядь, у меня какая-то кнопка на «В», что из головы вылетела. О, у меня, походу, блядь, еще одна кнопка освободилась, отлично. Блядь, говорит, у вас нет цели. Раньше на «В» была скорость. Ну, ты дот по низу. По низу сапаю одного, смотрите, не сбейте. Блядь, хуй знает, не смотрел, сколько нам, блядь. Кто-то, блядь, сбил ему нахуй. Ну вот кто, блядь? Да не, он походу как-то сам раз это вот, потому что я, блядь, бежал на него, смотрел, вообще никого рядом не было. Ебать их внизу. Хила. Жреца, потом друида. Еще один приз, бля.
Блять, да заебали они нахуй, эти бресты, если честно. Кота, кота с флагом кто-нибудь. Я покажу жильца, ковыряю. Баночки не было, да? Вот у меня 26 друид от я за тебя там все. Сама. Ну ты просто пока еще не понял, как их убивать. А, и тебя убил хил. Хила вообще изначально сложно убить. Да я почти его убил. Мне вот вот чуть-чуть осталось, казнь бы загорел во всех пиздец. Специально держал эту ебаную нахуй ярость, чтобы казнь нахуй. Ну, тотем, если на замедление не будешь сбивать, шансов нет вообще. Потом, блядь, эти, ну, хотя, ну... А, не, у тебя есть шанс. То есть, ноги, если ты ему ноги подрезал, то тебе похуй там от тотема на замедление. Подрезал. Вот, вот. Потом хилищий тотем. Огненный там на свое усмотрение. Заебись, он спрятал. Как вот он спрятался? А, ты типа лёг спать, я понял, нахуй. Спать лёг, я сел, да. Да, да, да. Я знаю. И ноги там одни торчат. Да, да, да. Что в дефе никого не будет? Не, что, пускай будут. А там флаг вернуть надо с инвизера вообще. Вот они и бегут все три разбойника. А, хил и разбой, два разбойника. Где остальные, ёб твою мать? За мной гонится тигра. Я не про тех остальных, но же было тут толпа, бля. Поднимается наверх, просто пиздец такой. Да уже заебало, слишком долго, нахуй.
Сколько этот будет идет? Кто может посмотреть? Бой хороший, базара ноль. У кого из вас еще видеокарта NVIDIA, GeForce? У меня. Вот, надо эту же, от программу от них. Она прямо с видюхой, по идее, она вот обновление ставится, дела. Но она у меня есть, в общем, приложение. Ну, я ее не ставил специально. Alt-Z вызывается. Попробуй, блин. Короче, вот, ну, я ей снимаю, потому что если, ну, несколько стримов будет, будет прикольный. Потом объединим в один, он интереснее будет. Потому что у меня пустые моменты, когда там твоими заменим, у тебя пустые моменты, моими. Или там вообще там в два окна будет хуярить. Наш экран такой пополам разделен. Как нехуй вообще. Ну, а звук один, понятно. То есть одна дорожка звуковая уберется, а одна останется. Они, блядь, тоже в защиту ушли, их пиздец тут. Четыре человека, блядь, в защите. Три хила, блядь, из них. Костя, ты-то выжил, нам? Я умер. Бегут, блядские чародеи в нашу сторону. Блядь, Костя, прячься, ты чё, их пятеро, нахуй. Шестеро, нахуй. Да куда он на мне висит столько добавка, я никуда не спрятал. Я могу только из ДС писать. Не получилось выманить зря.
Как всегда. Вот, блядь, целая толпа была, нахуй. Куда-то все съебали, и тут же орда, блядь, образовалась на этом. Пацаны, давайте двое тоже помогайте тащить, потому что никто не идет. Мы с троим не справимся, их там четверо. Три хила, бля. Срогу тут второго сливают. Ну, вообще мигом, он 23 уровень, все. Вечером наверху, внизу нахуй. Ну, у них на базе. Что вы бегите сюда, это будет продолжаться вечно. Еще один рога АФК шит, походу, блядь, вообще. Мам. Мамка, вот так подвала, он как Вадим, ты идешь? Я иду. На базе развлекаюсь, дандон. Окей, ждем тогда. Хоть одного. Ну, там на базе тоже много. Так толку? Мы не возьмем, игра не закончится никогда. Понятно. Ну куда? Куда, блядь? Ёб твою мать. Блядь, пиздиться начали. Забрали, блядь. Да ну нахуй, блядь. Не должен ничего забивать. Ну, конечно. Тут их дохуя. Тут у них топ. У них тут топовый воин, их ебаный в рот. Тяжко, конечно, тяжко, блядь. И бучина мне в тюрьме надо место забрать. А где этот танк, который нам танковал? Сейчас мне топор выбьем. И, блядь, я буду ходить с вами куда только пошлете. Хоть нахуй. Есть. Ура! Есть! Есть, блядь! Так, давайте перерыв сделаем. Бой, это, блядь, тяжело. Нормально, да? Охуенно, да. Вообще хорошо. Комбэк.